Добрый день! Вашему вниманию представляем спортивный микс Польша. Подробности в ссылке под описанием. Начнем мы с ветровки на флисе. Ветровочка здесь у нас размер М. Непродуваемая, непромокаемая, но при этом тоненькая, облегченная. Здесь у нас М-ка тоже. Это страус. Флисовая толстовка, очень плотная. XL размер, тоже толстовочка у нас на флисе. Брюки тоненькие, 42 размер, Майер Спорт. С ремешком. На флисе толстовка. Это у нас на 100, наверное, на 140, где-то 134-140, вот так рост. Здесь S-ка, спортивные брючки, спортивный трикотаж. И здесь, видите, еще как ремешок. Вот, утягивается. Немножко расклешенные к низу, тоненькие. Элька на флисе толстовка. Элька это, наверное, скорее всего, тоже детская, потому что вот по росту прям, ну, 100 на 158 максимально. Здесь тоже элька. Брюки хлопок. Карманами всевозможными, отстегиваются, превращаются в шорты. Здесь шорты хлопок, как штапельный. М-ка на резиночке. Так, 48 евро размер шорты, тоже хлопок. Здесь S-ка, спортивная футболка с перфорацией. На 158-164 бриджи, спортивный трикотаж. Здесь у нас L-ка, майка, тоже спортивный трикотаж. Adidas L-ка, брюки. Элька как мастерка с подкладом даже. XL размер джинсовые шорты. Здесь у нас шортики тоже как джинсовые. Высокая талия и размер, наверное, SXS. Джинсовые шортики 38 размер. Это Tommy Hilfiger. М-ка велосипедные шорты. Спортивный трикотаж. Здесь с подкладочкой для сидения. Здесь М-ка с перфорацией. Тоже спортивный трикотаж. 36 размер. Бриджи спортивные. XL размер. Это брюки. Внутри подклад сетка. Вот спортивные брючки. Тоненькие, прям тоненькие. Здесь у нас ветровка. Внутри сетка. И размер это, сейчас посмотрим, 40-42. Очень яркая. 44 евро размер шорты джинсовые. Плотный джинс. Так, российский шестерка это. Ну, М размер.
скорее всего. Внутри сетка тоже. Здесь 2XL. Тоже детский, скорее всего, размер. 2XL. Как мастерка, тоже спортивный трикотаж. И где-то вот, да, на 164-170 ростовочку. Nike. 2XL. Шорты. Спортивный трикотаж с перфорацией. 40-й размер Ice Pick. Это у нас юбка вместе с шортами. То есть внутри шортики, а сверху как юбочка спортивная такая. Спортивный стиль. На 164 шорты удлиненные, хлопок с карманами по бокам. Так, здесь у нас евро 158-164, шортики трикотажные, XL размер, футболка, спортивный трикотаж, плотный, внутри еще сетка, подклад, а получается рукава и задняя сторона выполнены просто в трикотаже. Здесь M-ка. Шорты H&M евро 34 размер, на резиночке еще с поясом. H&M евро 34 размер, тоже шортики, хлопок. Здесь спортивный трикотаж XL размер. Спелдинг фирма. Сзади на спинке еще вот так проветривается. Здесь у нас L-ка, ветровочка тоненькая, тоже на подклад сетка. Шорты S-ка, джинсовые, плотный джинс. Здесь у нас L-ка, сетка, подклад, S-ка, высокая талия, шорты джинсовые, коротенькие. На 146-152 брюки трикотажные. Здесь M-ка, шорты джинсовые с вышивками прекрасные. Шикарная боди L размер, спортивный трикотаж. Вот. И сзади вот так. Толстовка на флисе M размер. Это Lotto. Утепленная. Здесь L-ка шорты. 4XL написано размер. Ну, мне кажется, на 4XL она как бы не маловато, наверное, будет. Это, скорее всего, LXL размер будет. Вот такая шикарная футболочка. Спортивный трикотаж. Здесь у нас тоже L-ка. Брючки, спортивный трикотаж на утяжке. Здесь 31 размер, шорты, хлопок, XL размер, бриджи, спортивные, как баллоневые, такие материал. 40-42 размер, здесь у нас брючки, укороченные, скорее всего, тоже спортивный трикотаж, плотный. 46 размер у нас толстовочка, как ветровка, на тоненьком подкладе, практически сеточка тоже подклад. H&M евро 42 размер, шорты, хлопок.
Здесь у нас Витторио Росси XL размер. Это брюки. Внутри сетка. Элька. Шортики. Как спортивный трикотаж тоже плотненький. Адидас. 2XL размерчик. Спортивный трикотаж с перфорацией. Здесь у нас М-ка, хлопок, спортивный трикотаж, L размер заявлен, рукав удлиненный, чуть ниже локтя. Identic Man, 32 размер, шорты яркие, тоже очень такие красивые. Здесь М-ка, подклад, сетка. М-ка тоже, брюки с подкладом, трикотажный подклад. А сверху тоже как баллонный такой, шуршащий материал. Внизу резинки. Регата, размер 58-60. Футболочка, спортивный трикотаж тоже. Эска, джинсовые шорты. Так. А вот здесь у нас М, скорее всего, размер. На резинке джинсовые шорты удлиненные и с дырочками такие симпатичные. 36 размер, коротенькие, тонкий джинс. H&M, здесь М-ка, спортивный трикотаж. 52 размер, это хэд, жилетка с подкладом. Спортивный трикотаж, футболка XL размер. И здесь у нас где-то 3-4, наверное, XL. Толстовочка, тоже как спортивный трикотаж, плотная. Это весь лот, подробности в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.